Всем привет, ребятки, с вами Джов, и сегодня я нахожусь в суперсекретной лаборатории Omens Lab от компании HP, и сегодня я тут буду тестировать их новый компьютер Omen X, суперквадратный и суперсекретный. И так как я в компьютерах, конечно, немножечко разбираюсь, но не совсем так, чтобы в совершенстве, поэтому у нас сегодня есть приглашенный гость, известный специалист в IT-отрасли Даша Островская. Привет, Даша. Привет, Джов, ребята, всем привет, и... Честно, у меня такое ощущение, как будто ты притащил меня в комнату, знаешь, из финальной части Twin Peaks. Там тоже было очень много красного, черного, вот этой таинственности какой-то. И, кстати, ты налажал. Я как специалист тебе говорю, что это не квадратная форма, а кубическая. Ой, блин, ну это, знаешь, наверное, сказывается отсутствие вышки, вот. Ну что ж, ребята, неважно, какой формы эти компьютеры, главное, что они выглядят офигенно. И сегодня у нас задача узнать, что у них внутри, что снаружи, как на них играется. И в целом мы сегодня расскажем вам о своих впечатлениях. Ну что могу, Даша, тебе сказать? Выглядит все очень круто. Кроме того, что есть какая прекрасная черная материя, у нас есть черная клавиатура, черная мышка, черный монитор, черный коврик и компьютер красно-черный у меня. Значит, а у тебя синий. Да, это все просто стильно очень выглядит. Да, согласен. Так все выдержано прям. Кстати, на подсветку ты обратила внимание, какая классная тут подсветочка? Меняется в зависимости от того, проигрываешь ты аудио, во что ты играешь. Можно ее просто настраивать статично, чтобы она переливалась и так далее. Вот это, кстати, очень интересно. Можно прям цветомузыку сделать. Вот я сейчас как IT-специалист проверю тебя на твои знания. Ну, я знаю, на самом деле, ребят, что там внутри. Там внутри топовый процессор Intel Core i7-6700K. Вот внутри там две видеокарты последней серии 1080 GTX. Ну, в зависимости от комплектации, туда можно вставить кучу SSD-дисков, HDD-дисков, там можно поставить 16 или 32 гига оперативной памяти. Вот, на самом компьютере огромное количество портов всяческих, входов. И насчет, кстати говоря, охлаждения, видеокарты охлаждаются воздухом, вот, а на процессор подведено водяное охлаждение, так что, в принципе, можно без проблем его гнать и добиваться огромных скоростей. Давай уже переходить от слов к делу. Давай что-нибудь поиграем. Вот я смотрю, у меня тут Mortal Kombat есть. Ты как вообще с Mortal Kombat? Mortal Kombat играл 15 лет назад. Я уже загружаю. А, ты уже загружаешь, окей. Я возьму себе Даша Sub-Zero, потому что я помню, лет 10 назад я играл на Sega, Sub-Zero тащил, и я даже до Шинкана доходил на нем. А ты себе кого возьмешь? О, сейчас посмотрим, докуда ты сейчас дойдешь. А я буду Кейси Кейдж. Кейси Кейдж? Ну, слушай, у твоей Кейси Кейдж очень большие глаза. Да, мы чем-то похожи, мне кажется. Да, мне тоже так кажется. Ну ладно, теперь я понимаю. Давай. То есть, man power против girl power, да? Слушай, знаешь, это даже интересно. Я просто нажимаю все кнопки, и что-то получается. Слушай, это прям как я, это как в детстве, знаешь? На самом деле, ты не играешь, а просто опять тактильные ощущения испытываешь от клавиатуры. Супер клавиатура. Но так, она Даша, правда такая прикольная. Свой пистолет засунь обратно. Да ладно! Так, и ребята, первая победа за мной! Это не считается. Я как мужчина так просто не сдаюсь. Поэтому сейчас будет матч-реванш. Так, ты со своим пистолетом, слышишь? Ну что ты, ты... Так, иди отсюда. Фу. Знаешь, ты собак так будешь отпугивать. А я все-таки женщина, которая умеет яйца в снятку делать. Ты, видимо, с пацанами там дралась, да? Ну, я вообще росла только с пацанами. А-а-а. Именно поэтому... Блин. Поражение. С поражением тебя. Ну, ты довольна своей победой, да? Конечно, это дальше будет уже избиение. Над несчастным. Это будет избиение младенца. Давай, да, все. Да. Можно заканчивать. Согласен. Да. Ну, а как тебе в целом вот игра на таких мощных компьютерах, Даш? Круто, очень красиво и тактильно очень приятно. Тактильно. Главное, чтобы было тактильно приятно девушке. Вот я так тоже думаю. Купила бы себе домой такой кубик, Рубик? Да, почему нет? Классный компьютер, очень оригинальный. Конечно, он очень тяжелый, но при этом там все сделано на совесть. Все очень крепко, спаяно, сверчено и присостыковано. Вот, он сам по себе очень производительный. Вот, конечно, игры у нас сегодня были не самые производительные, по крайней мере, Mortal Kombat, да, но я уверен, что тот же Ведьмак или GTA 5, или Lara Croft, он все потянет на самых максимальных настройках. Хочется, ребятки, сказать спасибо компании HP за то, что она пригласила нас в свою лабораторию Omens Lab. Вот хочется сказать спасибо нашему приглашенному IT-специалисту Даше Островской. Даша, спасибо тебе большое. Да, зови еще, и вы зовите тоже еще. Да, зовите нас, ребята, еще. Спасибо, что посмотрели. Жмите лайк, подписывайтесь на канал и заглядывайте в описание под видео. Пока, ребят. Пока-пока.